Юля, а можешь повторить вопрос? Не слышно было. Я спросила, что вы любите на завтрак есть дома? Ну, наверное, макароны больше всего. А чаще всего кушаем? Кашу. Да, чаще всего мы кушаем кашу. Мы тут недавно нашли, ну, месяца полтора назад, возле нас русский магазин. Ну, как он не совсем русский. Он вообще все интернациональные там. Еда и мексиканская, и белорусская, и европейская. Ну и вот мы соскучились очень по кашам, поэтому мы на каждый день, на завтрак чередуем разные разновидности каши. Кушаем только кашу на завтрак. Ну, каши, фрукты. Мы сегодня с детьми на этикете на уроках делали десерт самый простой. Это хлопья, йогурт и джем. А, ну хлопья и джем Лиза не ест, поэтому она как-то с детства к хлопьям не привыкла. Я про что хочу сказать. Мы рассуждали о том, что любое блюдо, по правилам этикета, можно эстетично подать. Если, например, у нас, кстати, обучали на курсе, если просто манную кашу поместить в креманку, украсить ее там от Лизавета большой кусок, я все вижу. Нет, торопись, мы никуда не торопимся.